В областной администрации прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области. На нем обсудили вопросы об основных направлениях деятельности по предотвращению правонарушений. Мы видим, что на федеральном уровне в последнее время проведена серия знаковых расследований по выявленным коррупционным преступлениям. Эта проблема также затрагивалась и на прямой линии президента. И в целом, я думаю, что и нам здесь не нужно сбавлять обороты, нужно постоянно заниматься тем, что совершенствовать и наши меры работы, и неуклонно двигаться вперед в фарватере общегосударственной антикоррупционной политики. На заседании предложили наладить сервис, при котором любой человек может беспрепятственно обратиться с жалобой или сообщить о противоправных фактах как напрямую в правоохранительные органы, так и через интернет.